Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Юра, канал Y1234 так. И прежде чем распаковать замечательную Мафию 3, я бы хотел бы вам рассказать про одну из самых легендарных и крутых игр. Это Мафия 2. Да, ребятки, Мафия 2 на голову выше Мафии 3. Игра вышла 27 августа 2010 года. Игру я покупал на старте. К игре я прикупил вот эту замечательную футболку с логотипом Мафии 2. Как раз в игровом магазине. У меня размер S-очка, кому интересно. И давайте вернемся к Мафии 2. С данной серией я познакомился с первой частью, когда мой друг Сергей играл на компьютере в первую Мафию. Я приходил к нему в гости, залипал. И мне данная Мафия первая понравилась, и, к сожалению, не смог ее пройти, а потом ее смотрел прохождение на Ютубе. А потом прикупил Мафию вторую. Игра мне дико понравилась, город МПБ, и самое главное, главный герой Вито Скалетто, его трудно жизнь. Как бы не жизнь, судьба так сложилась, он хотел многого, получил, но при этом многое отдал. Так мы видим, это карта города Мафии 2. Вот что там как-то мне не очень удобно получается, ребят. Одной рукой снимаю, но не обижайтесь. Вот наша карта. Empire Bay. Все достопримечательности. Вот небольшие вот вложения, объекты, обозначения. Сверху у нас написано легенда. Вот оружейный магазин, мастерская. Магазин одежды и так далее. А на обратной стороне этого замечательного плакатика вот такая небольшая рекламка. Вот, все вам в деталях, вам все покажу. Можно повесить на стену, но я не стал вешать этот плакат. Так, я уберу в сторонку, чтобы не мешало. И к игре мы тут видим инструкция по эксплуатации и сзади замечательный арт. Вот он достаю. Джо Барбара кого-то закапывает. А Вито Скалетто стоит и наблюдает. Довольно классная парочка. Я очень сильно переживал за Джо. Что же с ним стало во второй части. Я Мафию 3 еще не играл. И приступим к основной распаковке Мафии 3. Которая вышла в 2016 году. Спустя 6 лет после Мафии 2. Почему я так поздно решил сделать распаковку, дорогие друзья, вы извините, игру я купил давно, еще ни разу не распаковывал, не играл. Я знаю, что сейчас она продается вдвое дешевле, за 2800 можно купить. А PlayStation Store и то подешевле, наверное. Ну, приступим. Я сейчас ее раскрою. Первая мафия была на русском языке, вторая... Тоже полностью на русском языке. А третья, к сожалению, английская озвучка и русские субтитры. С русским меню. Вот как-то вот мафиози запечатали эту ленточку. С трудом открыть ее. Получается. Данную игру я покупал за 4000 рублей. Конечно, дорого, но надо было раньше делать распаковку. Если я что-то тянул. Сейчас что-то мне захотелось делать распаковку этой замечательной игры. И открываем. Тут у нас лежит диск. Это у нас воспользуюсь это указание нижепроводным промокод. Я вам свечу показываю. Это у нас дополнение семейный откат. Это набор дополнений, видимо, с оружием и с автомобилями. В сторонку. Вот мануальчик. Такой маленький, небольшой. А сзади написано вот тоже сокрушить все баны соперников Нью-Бордо. Это как бы, кто не знал, Новый Орлеан. Вместо 10 тут такая, смотрите, замечательная карта. Она прям огромная. Нью-Бордо. Так, сейчас пока получу телефон в сторонку и его карту аккуратненько открою. Она, к сожалению, односторонняя. Огромная карта. Все, в принципе, на русском языке написано. Вот там все. Детально покажу, ребятки.
И вот сама карта. Столько островов. Довольно прикольно. Если сравнивать с Мафией 2, эта карта намного больше. И чем-то мне немного напоминает карту немножко, скорее всего, может, GTA 5. Как бы по исполнению, как бы идет рисунок как бы вперед, так сюда выдвигается. А так, в принципе, довольно прикольно. Даже вот герб прикольно они сделали. Да, классная игрулька. Буду играть, проходить. Насчет прохождения не знаю, ребятки. Как получится, будет у меня настроение. Также вы можете меня мотивировать своими лайками и комментариями. Читаю все комменты, прислушиваюсь к вам. Так вот, в сторонку положу. А на обратной стороне диска мы видим 1968 год, Нью-Бордо, Луизиана. Пришло время изменить законы преступного мира. Ветеран Вьетнама Линкольн Клей уверен в одной семье. Ну и так далее. Игра весит не менее 50 гигабайт, один игрок. Ну, посмотрим, наверное, вышли очень много пассий, ведь на старте игра была дико запакована, многие просто прям плевались от данной игры. Ну, конечно, Мафия 2, она и по сюжету, как я понял, ну, почти я прошел, мне она понравилась. А насчет Мафии 3 не знаю, не играл, но как многие критики ее просто... Она им не очень нравится, но как мы сейчас знаем, те, кто критикует эти игры, получается, мы легендарные, ведь Мафия 3 легендарная серия. Если вам понравилась данная распаковка игры, поставьте лайк, напишите комментарии. И всем до новых встреч, с вами был Юра, всем пока!